чем. Если ничего экстраординарного не произойдет, все замены Луис Энрике уже сделал. Месси. И вот так вот пенальти. Пенальти. А может быть, подпустят Луиса Суареса на хэт-трик. Может быть, бросят косточку Неймару, дадут ему забить хотя бы один сегодня. Ну, посмотрим, как разберутся. Наверное, все-таки Месси. Но про Месси справедливо говорит, что Лионель Месси. Ребята, вы даете. Ох, сколько будет после этого разговоров. Ну, во-первых, это вообще хит-парады. Лионель Месси делает голевой пас на Луиса Суареса. Луис Суарес лицом человека как будто... Да я даже не ожидал! Ну, поверьте, я думал, он сам забьет. Мы не договаривались. Это правда. Решил так сыграть. Ну, в общем, для празднующих это, конечно, вишенка на торте, вне всяких сомнений. А, кстати, покажите нам повтор с общей камеры. Посмотрим, не вбегал ли Суарес раньше времени. Ну, ладно, это я шучу, придираюсь. Не надо портить праздник. Но... А кто-то, наверное, скажет, что это не слишком уважительно в отношении Сельты. Все-таки это не товарищеский турнир. Это не Кубок Легенд. Это, конечно, в меморис.